Меня зовут Дружинин Алексей. Я из города Березники, который находится в Пермском крае. Заниматься я начал баскетболом в 5 классе. До этого я играл в шахматы. Мой первый тренер по баскетболу – это заслуженный тренер России Ковалев Юрий Иванович, который воспитал много замечательных баскетболистов, которых мы знаем. Вот, собственно, так я пришел в баскетбол. Наверное, это заслуга тренера. Там, я не знаю, мне кажется, год или полгода было, когда Ковалев реально меня выгонял. То есть он выгонял меня по любой причине. Я приходил домой еще, я был ребенком, я плакал и говорил, что я буду ходить на зло ему, я все равно попаду в зал, я буду тренироваться, я буду бегать. То есть я доказал, что сколько бы меня ни выгоняли, я все равно буду приходить, я буду над собой работать, и я хочу быть в команде. CS-баскет, как для игрока, это вообще это был огромный праздник. То есть у нас не было соревнований такого масштаба. Все городские соревнования, это все было не то. Да, это там командная игра, это там атмосфера баскетбола, но это не атмосфера баскетбола, плюс атмосфера праздника, плюс какой-то там профессиональный подход именно к детскому баскетболу. Там тебе выдают форму, вам дают новые мячи, вы там готовитесь усиленно. Это, наверное, самое вот классное запоминающееся событие, 2010 год, когда мы выиграли Пермский край. Там вот рассказывал и мурашки. 10 класс, 11 класс. Типа человек должен думать, кем он станет, что он будет делать. Мы думали, когда мы поедем на CS-баскет. В тот момент то, кем ты станешь, тебя не настолько сильно интересовало. Ты хотел вот этим моментом прожить, съездишь на CS-баскет, там, не знаю, выиграешь, поучаствуешь, и типа будут вообще самые крутые воспоминания. Ну, после того, как выиграли Пермский край, мы поехали на следующий этап. Соответственно, мы там увидели команду Юджи. Я увидел как раз вот на площадке это шоу и понял, что, ну, если я не стану, например, игроком, да, каким-то, не смогу играть там в СБ или еще что-то, то это вторая деятельность, которая меня зацепила. Мы ехали обратно с ребятами в автобусе, я на них смотрел, думал, блин, как круто, вот это шоу, это, ну, это завораживает, это что-то необычное. Я задавал кучу вопросов, как попасть в команду, что нужно делать. То есть я пытался попасть, прийти, говорю, блин, парни, возьмите хоть мячи просто подавать. Просто хочу понять, как вы вот к этому готовитесь, как вы тренируетесь. Я сломал, короче, челюсть в скейт-парке. Я решил покататься, когда документы отвозил. И на 1.5 года я выпал из спорта вообще. Я перестал тренироваться, мне даже отжиматься нельзя было. И тут попал мне в руки мяч, он же остался, никуда не делся. Я начал крутить. Крутить, вертеть. И самостоятельно, просто из-за того, что другой никакой физической нагрузки нельзя было делать, я просто вертел, крутил мяч в общаге. Потом появились всякие видео про фристайл, там, про иностранцев, про русских фристайлеров. К концу 2 курса мы уже выступали на стук веснах. То есть я нашел 2-го такого же человека в ВУЗе, который тоже с ума по этому сходил. Это получалось, и в этом я видел как бы путь развития. Это как бы, ну, и способ зарабатывать. Я полностью самостоятельный стал в плане того, что я жил в другом городе от родителей, я у них денег вообще не просил. Потом мы придумали первое название, и появился вариант уехать в тур. Школьная баскетбольная лига CS-баскет, но это должно было быть данк-шоу. То шоу, которое мы видели, похоже на Юджи. Нам приходилось учиться всему в ходе тура. Вот ее делать такое, какая она стала. Я, наверное, в этот момент и доказал, что я могу быть в команде, могу быть организатором команды, лидером, потому что я брал на себя все эти зоны ответственности, которые не брали другие. То есть прыгать, все прыгали, а вот пойти, порешать, где взять маты, где найти денег на трамплин. И это было верное решение. То есть мы съездили, слава богу, все прошло хорошо. И вот этот момент, он помог не только шоу развиться, он и помог развиться тому проекту, которым я занимаюсь сейчас. Нельзя было регулярно зарабатывать этим деньги. То есть, да, мы любим баскетбол, да, мы там, это нравится нам ездить шоу, но зарабатывать так, чтобы потом обеспечить там, ну, будущую семью, помогать родителям, ну, на тот момент я не представлял, как это можно сделать за счет шоу, живя в регионе. И я стал наблюдать за тем, что, ну, как бы есть вокруг, анализ проводить, и понял, что да, фига, нельзя так говорить, много, очень много футбольных школ. Просто их вот нереальное количество. А баскетбольных нет. Плюс нету школ для детей от 4 лет, баскетбольных. Ничего этого нет, ниша свободна. Я понимал, что я в спортивной составляющей ничего не понимаю, в том плане, что я не смогу, наверное, на данном этапе своего развития кого-то научить, да, и массово тем более. То есть все равно педагог, он есть педагог, он на то и педагог. Нельзя взять просто, там, быть баскетболистом и сразу начать учить детей. Все равно педагогическая составляющая, она очень важна. И как бы предложил Вове попробовать запустить школу баскетбола платную для детей от 4 лет.
на первом этапе складывалось впечатление, что нам никто не верит, и что мы занимаемся каким-то непонятным делом, но в дальнейшем, получив обратную связь от многих баскетбольных сообществ Перми и Пермского края, мы стали уверены в том, что мы на правильном пути. В общем, короче, мы за 13 дней придумали школу, какую-то концепцию, и запустились, провели первый открытый праздник, позвали там, кого смогли, там было 50 человек. Вот когда мы провели открытие, на первое наше платное занятие пришло, наверное, 3 ребенка. Детей не было. Все, нам надо уже платить за аренду, нам надо платить первому нашему тренеру, а детей нет. И единственное, что нас спасло на тот момент, потому что мы тогда не умели запускать рекламу в интернете, у нас денег не было на нее. Это баскетбольный фристайл. Мы сели такие, что делать? Надо, наверное, идти в школу. Как в школе презентоваться? Вот я пошел в первую школу, которая была напротив Крупской, и просто ходил с мячом, заходил в каждый класс и рассказывал свою историю. Типа, ребята, когда-то я начал заниматься баскетболом, а теперь я умею вот так. Я, в принципе, все интервью могу сидеть и мяч крутить, но ребята меня попросили этого не делать. Их это смущает. Через, наверное, 2 недели у нас была первая группа в 20 человек. В школе плеймейкер занимаются ребята с 4 лет до 14 лет. Это та категория людей, которым не нужен спорт высших достижений, которые просто хотят любить спорт, чувствовать себя баскетболистами, интересно проводить время, приходить на веселые, крутые тренировки, организованные по игровой методике. Но самое крутое, что мы еще и с тренерами работаем, мы учим молодых специалистов. После получения этого опыта они могут чувствовать себя полноценными педагогами. Когда они интересуются баскетболом не только как с видом спорта, а как целой наукой, это позволяет расти ребятам с 7-мильными шагами и показывать тот результат, который от них будут требовать на более высоком уровне. Сейчас школа — это, по идее, это 4 города России, это 30 филиалов, это 900 плюс детей. Мы находимся в городе Пермь, мы находимся в городе Екатеринбург, мы находимся в городе Верхняя Пышма. Еще у нас есть партнер, замечательный наш товарищ Виктор Дементьев из города Обнинск. У нас сейчас 30 плюс филиалов, 4 города России, 900 плюс детей. Тут много всего можно сказать, да, почему Казбаскет изменил мою жизнь. Во-первых, Казбаскет позволил познакомиться с большим количеством людей, с огромным количеством людей, тогда еще в детстве, да, и с которыми мы сейчас общаемся. Казбаскет позволил такому продукту, как шоу, показать себя в России. Да, нигде бы в другом месте мы бы себя так массово не показали. И вот дал толчок, дал развитие. Казбаскет как бы направлял эту вот баскетбольную энергию, ну, в нужное русло. То есть ты играешь, играешь там из маленького города, не так много соревнований, где ты можешь поучаствовать. Но у тебя есть шанс попасть в какую-то значимую, классную историю, почувствовать себя как бы участником этой истории. А еще и после того, как ты уже ребенком ее завершил, пойти дальше. То есть для меня это огромная, ну, как бы часть жизни, Казбаскет. Как есть говорю. Я реально прожил от ребенка до соорганизатора суперфинала. И даже сейчас, когда у нас есть там шоу, у нас есть школа, мы сейчас продолжаем с Казбаскетом работать. И мы не просто продолжаем работать, мы как бы продолжаем уже совместными усилиями развивать баскетбол. И это круто, то есть... Так вот.